Христо Францин, телевидение Швейцарии, Первый канал. А мы в последнее время слышали от украинского правительства, что они готовы на широкой децентрализации страны. Во-первых, во сколько вас эта децентрализация устраивает? А во-вторых, сейчас мы слышали, что надо прекратить насилие, надо урегулировать конфликт. Такие, не сказал бы фразы, но такие моменты уже были в Женеве. А вопрос к вам, какие шаги вы конкретно можете предпринимать? Потому что все специалисты говорят, что ключ теперь, ключ для решения конфликта в Москве. И как вы можете влиять на те людей на востоке Украины, так называемые сепаратисты, или как их называют? Какие конкретные шаги для деэскалации конфликта? Спасибо вам большое. Значит, первое, по поводу того, что ключ к решению проблемы находится в России, в наших руках. Это уловка в наших западных партнеров, которая не имеет под собой никаких оснований. Как только наши коллеги в Европе или в США заводят ту или иную ситуацию в тупик, они все время говорят, что теперь ключ к разрешению проблемы находится в руках Москвы, и вот на ней вся ответственность. Ответственность за ту ситуацию, которая сложилась в Украине, лежит на тех людях, которые совершили антиконституционный захват власти, государственный переворот, и на тех, кто поддерживал эти действия. Сопровождал эти действия финансами, политической поддержкой, информационной поддержкой и другими средствами. И довел дело до такой трагедии, которая произошла в Одессе. Просто, знаете, кровь в жилах стынет, когда смотришь на эти кадры. Но Россия, конечно, готова предпринять все необходимые шаги, все, что от нее зависит, сделать для того, чтобы ситуацию решить. Я понимаю людей на юго-востоке Украины, которые говорят, ну если в Киеве позволено совершать то, что они сделали, совершать госпереворот, вооружаться, захватывать органы власти и управления, захватывать милицию, воинские части, то почему им все можно, а мы никак не можем гарантировать свои интересы и законные права? Теперь части, касающиеся, что устроит Россию, что не устроит. Ведь это не мы участники этого конфликта, не мы страна в этом конфликте, стороны внутри Украины. Нам все время говорили, что беспокоят наши войска у украинских границ. Мы их отвели. Они находятся сегодня не на украинской границе, а в местах, где они проводят свои регулярные учения, на полигонах. Это легко проверяется с помощью сегодняшних современных средств разведки, в том числе из космоса. Все видно. Мы способствовали освобождению военных наблюдателей ОБСЕ. И, считаю, тоже внесли свой вклад в разрядку ситуации. Теперь что делать? Мы спросили. И alors quoi faire, vous avez demandé. Я уже сказал, нужно наладить прямой, полноправный, полноценный и равный диалог между сегодняшними так называемыми властями в Киеве и представителями народа на юго-востоке Украины. Недавно я разговаривал с федеральным канцлером ФРГ. Госпожа Меркель предложила организовать это в форме круглого стола. Мы поддерживаем. Считаю, что это хорошее предложение, и всячески будем способствовать такому развитию ситуации. Нужно сделать все для того, чтобы люди на юго-востоке Украины поняли, почувствовали и поверили, что, что и после выборов президента Украины 25 или там, 24 мая их права будут надежно гарантированы, их законные права. Вот в чем все дело. Дело не в выборах президента, а дело в том, чтобы люди на Юго-Востоке почувствовали, что они не будут опять брошенными и обманутыми. Вот в чем все дело. И вот для этого нужен как раз тот диалог, о котором мы сегодня говорим. Вуаля. А насколько, как вы считаете, хочу уточнить, сейчас реалистичные переговоры Женева-2, второй раунд переговоров в Женеве. И насколько сейчас реалистичен запуск внутриукраинских межнациональных переговоров в этой ситуации, которая сложилась, когда позиции сторон диаметрально противоположные, и такого не было еще никогда в истории Украины. Я не знаю, насколько реалистично Женева-2 или даже внутри политические
диалог в самой Украине. Я просто уверен, что для долгосрочного, именно для долгосрочного решения кризиса на Украине, другого пути, кроме диалога, открытого, честного и равноправного, не существует.